Некоторые красивые воздушные шары, которые сейчас появились в продаже, в последнее время носят неоднозначный характер, по мнению работников здравоохранения и прокуратуры. Так называемые веселящие шарики становятся очень опасной игрушкой. В руках любителей необычно провести время в компании друзей. В сети интернет появилось большое количество видеороликов, где фигурируют молодые люди, которые вдыхают газ из воздушных шаров, наполнитель закиси азота. Это химическое соединение употребляется в медицине, но только в специальных дозах. Поэтому в руках молодых людей вдох из такого шарика может стать последним. Согласно информации органов здравоохранения, закись азота является небезопасной для людей, поскольку при ее употреблении человек лишается кислорода. У пациентов после ее употребления наблюдается нарушение сна, настроение, депрессия, возможно, наступление психологического расстройства. Гражданам следует избегать данной веселящей продукции, а также запретить доступ детям к подобного рода продукции. При выявлении изложенных фактов прошу обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 или в межрайонную прокуратуру.